Более 200 компаний из 40 стран. Такова в этом году география международного форума «Пиво». Сегодня это единственная профессиональная и главная в стране специализированная выставка пивной индустрии. Компания «Соут» проводит ее в Сочи уже 28 раз. Форум «Пиво» – это лучшая стартовая площадка для выхода на рынок новых продуктов и брендов, а для уже известных компаний – это возможность заключить новые выгодные контракты. На стендах выставки пиво, упаковка, сырье и оборудование для пивоварения и производства безалкогольных напитков. Мы всех приглашаем на наше мероприятие, все, кто связан с пивоваренной отраслью, мини-пивзаводы, руководители баров, кафе, ресторанов, которые здесь тоже почерпнут для себя много нового, интересного, для решения в своем бизнесе, найдут новые пути развития. А еще форум пива – это крупнейшая деловая площадка. Здесь профессионалы отрасли обсуждают основные проблемы. Например, новые законодательные инициативы, в частности, введение лицензирования. Создание реестра предприятий-производителей пива может снизить доступность напитка для потребителя. У нас запланировано несколько круглых столов, в том числе круглый стол, скажем так, политический, на котором мы будем вырабатывать общеотраслевую позицию по основным законодательным ограничениям, будем принимать резолюции, которые будут направлены в органы власти для ее рассмотрения. Именно на форуме в Сочи 20 лет назад было принято решение о создании Союза российских пивоваров. Сегодня Союз и выставочная компания «Соут» закрепили многолетнее партнерство очередным соглашением о сотрудничестве на следующий год. Также в рамках форума в Сочи будет работать школа пивоваров. Пройдет конкурс пива и безалкогольных напитков, а еще фестиваль «Море пива». Это презентации фирм-производителей, развлекательные шоу и конкурсы. Выставка и форум пива работают в гранд-отеле «Жемчужина» по 23 мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.